С вами канал Улица Москвы, и в этом выпуске мы прогуляемся по Украинскому бульвару, который проходит между Большой Дорогомиловской и Кутузовским проспектом, то есть между двумя частями, так скажем, западной вылетной магистрали. Там у нас улица Большая Дорогомиловская, за ней торгово-развлекательный комплекс Европейский. Также в ту сторону можно дойти до станции метро Киевская. Вот сейчас мы будем идти к Кутузовскому проспекту. Вот этот скверик, он разделяет две части бульвара, два направления. Довольно широкий бульвар. Нумерация от Кутузовского проспекта, заметьте. Мы сейчас идем по убыванию нумерации. Очень широкая и просторная здесь улица, бульвар. Если летом бьют фонтаны. И такой вот мостик через импровизированную речушку. Красиво. Идем теперь в направлении проезжей части. А, нет, хотя тут пешеходный. Давно ли он пешеходный? Ну, оказывается, или есть тут полосы. Давай сейчас проверим. В общем, вот эта средняя часть, по ходу дела, пешеходная. Вот она. Здесь, наверное, только по каким-то пропускам можно заезжать. Там дальше уже шумят потоки Кутузовского проспекта. Что там, да, на набережной Тараса Шевченко, что ли, идет, получается?